Как вы все прекрасно знаете, сегодня вечером погиб мой близкий друг Арсен с позывным Моторов, Павла фамилия. Погиб, когда ехал к своей семье домой в лифте. Погиб подло от взрыва. На сегодняшний момент проводится следственное мероприятие, которое позволит нам выяснить не только, кто заказал, мы уже, кстати, об этом знаем, а кто исполнил это убийство. Ну, я хочу теперь обратиться к военнослужащим Украины, к службе безопасности Украины, к главному управлению разведки. Уважаемые друзья, товарищи, сволочи и негодяи, ходите теперь и бойтесь. Потому что для нас смерть — это не обычный вызов, это вызов всей нашей республики. Все офицеры, подполковники, майоры, которые действуют на нашей территории, все ваши агенты, семьи, с сегодняшнего дня находятся вне закона. Не только здесь, а еще в Житомире, в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске. И еще скажу, когда мы придем к вам домой, никакой пощады вам не будет, поверьте. А мы со своей стороны обещаем, что детей мы вырастим, жена не останется без помощи. Это наша честь и наш долг. И еще могу сказать одну вещь. Я так понимаю, Петр Алексеевич Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну. Ну, теперь ждите. Хватит. Натерпелись, наобещались, наговорились. Ну, запомните мои слова. Вам будет в 1000 раз тяжелее, чем сегодня нам.